Валерий, в конце паркура выбери желтый квадрат. Привет, с парашютом. А на красненький, на красненький. Смотрите, какая лепешка. Это самое... Там Валди Про. Смотрите, сколько их там много. Так, на гостя программы выступает Валеришка. Валеришка. Давай сегодня с тобой продолжим самый сложный паркур Балди. Всем привет, ребята, вы на нашем канале. Валеришка Геймс. Ребята, в прошлой серии, вы помните, Балди отключил маме ноутбук. Что-то они сильно быстро проходят. Надо что-то делать. И Валерия осталась одна проходить этот паркур. Поэтому давайте сегодня посмотрим. Сложный. Ребята, я выяснила, знаете, до какого он левела? До какого он левела? До сотого. Сто левелов? Это самый невероятный паркур Балди. Он самый огромный. А что вы хотели? Это же уже снег. Смотрите, как будто снежки лежат. А Балди вреден, он постоянно нам все портит. Ребята, напишите, у кого же снег так, за окном? Вот сюда вот. И в уши. Да у нас еще не зима, мама. А что это за снежки? У нас, правда, еще нет снега, ребята. У нас еще ноябрь, мама. Вон облачка ленте такие, ребята. У многих в ноябре, знаешь, какой снег лежит? Посмотрите. Это у нас просто его нет. А помните, у нас, мам, помнишь, у нас 1 марта выпал снег? Было и такое, ребята. Смотрите, мы по каким облачкам идем. У кого уже лежит снег, напишите. Смотрите, это уже мы пора ползаем наверх. Не верь Балди, он обманщик. Три уже поднялась. Какой-то Привет. Мальчик нам что-то хотел сказать. По-моему, это девочка-ангел. Ты что, в рай идешь? Да. Балди устроил себе рай. Смотрите, мы идем к небу. Она исчезает за мной. А, она да ладно. Вау, самолет. Ух ты, Валерий, ты на самолете. Садится. Круто. Подождите, ты уже в кабине? Ребята, кто летал на самолете, ставь пальчик вверх. Кто хотел бы полетать, тоже пальчик вверх. Давайте посмотрим, что тут вообще с высоты будет видно. Ну что, собачки, миньоны? Не упади только, пожалуйста. Ух ты. Как круто. Нам надо как-то слезть вниз. А как ей спрыгнуть? Он акула внизу. Как ей спускаться? А, я знаю, тут нужен парашют. А где тебе взять парашют? Слушайте. А там была кабиночка, бери, иди. Да ладно, как круто. Вот сюда вообще. Вот нажимаем. Нажимай на кнопочку, да, сюда? Да. Нажимаем. И что? Выпал парашют. Вот. Серьезно? Есть. А ну-ка, ребята, это будет очень Валерия круто. Валерия первая спрыгает с парашютом. Привет, с парашютом. А на красненький, на красненький. Смотрите, какая лепешка, а не парашют. Круто, смотрите, лети, Валерий. Прям на чекпоинт. Отлично, Валерий. Честно говоря, Валерий говорила, что никогда не прыгнет с парашютом, да? Ну, не в Роблоксе. То в Роблоксе можно, да? Надеюсь, ребята, Балди нас в этот раз ни с чем не обманет. Что ты, что ты? На этот раз все будет честно. Давай скорее. Смотри, что там синий шарик падал. Кто заметил? У нас осьминог, акула. А это у нас какой-то левел с собаками? Ава-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Давай чекпоинте. Так, и мы отправляемся. А мы сразу туда не можем прыгнуть. Не знаю, наверное, можно упасть. Давай попробуем все-таки аккуратненько спускаться. Так, постепенно. Это очень красивая локация. Тут озера, какие-то травки, собачки. Кто это? О, не ходи к нему. Это что, динозавр? А ну пойдемте посмотрим. Не, не надо. Ну это не, ну на крокодила похож, не слишком мордочка. Это похоже на голову динозавра, который под водой находится, все туловище. Не, я бы не хотела такого встретить, когда буду плавать в водоеме, если честно. Валерий, лучше не утони. Давай, Валерий, у тебя мало времени. Так, быстрее, быстрее, скорее. Ты помнишь, что у тебя всего лишь 10 минут, чтобы пройти этот кусок паркура? Чуть не упала. Только не падаем в воду. Хорошо, не буду падать. Аккуратно прыгай по камешкам. Еле-еле. У этих камешков такой покатый бока, что можно легко свалиться с них. Давай запрыгивай. А теперь нужно выбрать какую-то полоску. Нет, обычно просто. Подождите, это. О, как далеко! А, тут надо прыгать! А, ты что, не падай! Как ты удержалась! Слышите, там вообще был миллиметр. Держись! На волоске. А это что за камни? Как будто лестница. Лианы какие-то. Да, да. Как будто в джунглях были. Точно, это лианы, ребят. Моя в джунглях. Так. А зеленая, синяя или красная? Кто у нас удачная? А ну, Валерий, удачливая у нас самая. Все, зеленая подходит. А следующая. Зеленая, красная? Красная. Как ты угадала? А сейчас? Синяя, наверное. Синяя. Ну, логично. По логике синяя должна быть. Да! Слушайте, Валерий прям с первого раза. С одного раза, молодец. Вот сюдашеньки. Это поплавки на рыбалке, как будто бы. А мне ну, давайте поплавки. Ну, а мне не поплавки напоминают. А нет, смотрите, с этим хвостиком, да. Ну, да, как Балди! Балди! Let's go camping! Он уже встречает нас.
Ой, смотри, так аккуратно. Так, он какой-то странный. Так. Так, сюда прыгай аккуратно. И на розовые. Попрыгушки. Кстати, что тебе напоминает эта розовая полосочка? Зефир. Жвачку. Жвачку, точно. Да? Надо. Нет, вот жвачки. А, это терки. Мне это терки напоминает. Мне это напоминает жевательные конфеты. Похоже на слитки золота разноцветные. Папа, о, вот какие-то облака пришли. Точно не слитки. Пиши, что тебе напомнили эти полосочки. Так, синюю или красную? Синюю или красную? Не знаю. Не знаю. Давай синюю. Синюю. Да, да, нет? Синяя. Yes. А красная? Красную. Может, красную? Нет. А, надо нет. было синюю. Давай синюю опять. Синяя. Синяя, синяя. Синяя. А, здесь какую? Наверное, красная. Давай проверим. Красная. Да. Вау, синяя, круто. Синяя, красная. Ого. О, ничего себе лабиринт. Это лабиринт из лавы, что ли? Похож на лаву. Тут, наверное, касаться нельзя, Валерий, на всякий случай не касайся. Не касайся стен, Валерий, здесь что-то не то с этими стенами. Они какие-то странные. Я первый раз, очень честно, даже вижу такие стены в паркуре. Тебе все, тоже? Давайте. Ой, смотрите, какой это сундучок. Что? Ну, стоит 2121 тысячу. А, 10 можно. А что будет за 10? Подождите, не знаю. Ну, купили. Мы купили этот сундук, но что мы купили? Ничего мы не купили. Ну что? А, это помощь Роблоксу, короче. Короче, мы просто так помогли и подарили ему 10 Роблоксов. Роблокс, привет. Классно? Вот так вот мы, ребята. Даже не хочу знать, что тут, аккуратно. Это... Ой, какие-то эти кусочки лавы плывут. Нет, подождите, нужно просто оббегать эти штучки? Да. Нет, нужно просто стоять так на месте, чтобы их оббегать. О, боже мой, какой чекпоинт. О, какой большой чекпоинт. Чтобы не пропустить. Осторожно, это ступеньки сейчас, наверное, исчезать будут. Разгоняемся, погнали. А, быстрее, раз, два. Бежим, скорее, пожалуйста, беги. Валерий добежала и попала в лабиринт. Сейчас у тебя красный... Черный чекпоинт здесь сливается. Да, немножко не видно их, но украл. Валерий, в конце паркура выбери желтый квадрат. Балди, я тебе не верю. Красные тебе дали. Балди сказал желтый, Валерий. Желтый нет, или... Не верь ему, не верь ему. Давай на синий. Синий. Давай мы не будем верить. Есть! Да! А то опять обманул. Так, куда теперь? Слушай, мне нравится радуга. Давай катись. Вау, с горки. Валерий носом. Давай сюда, чекпоинте. Прям на чекпоинт. А, какую выбираем? Зеленую. А тут какую выберем? Какую? Некрасную. Правильно! А, тут правильно, они как-то по-другому торчат. А, смотрите, они выглядывают, чуть-чуть смещены. Может быть, зеленая, да? Да. Ну, знаешь, там и желтая была смещена. Набор жвачек. Ой, что это такое розовенькое, прикольное, это буквы. Валерий, осторожно, Валерий. Сюда осторожно прыгай. О, вот эти квадратики, Валерий, самые нелюбимые. Давай сюда, только не попадись на голубой, да? Ребята, играем очень осторожно. Давай сюда. Вот сюда шаги. Уже близко конец. Ну, чуть-чуть осталось. Давай, 10 минут уже заканчивается. Тихо. И... Быстрее. Да. Все, теперь по этим штукам. Ух ты, слушайте, как дискотека какая-то, смотрите. Так у нас и есть дискотека. Дискотека. Балди, дискотека. Так, сюда аккуратно запрыгивай. Я про. Да, Валерий, кстати, очень любит. Я про. Можешь даже двумя руками. Можно двумя? Я не умею, кстати. Я про, вот так? Да. Слушайте, я про, я сделала так это. Так высоко, все про. Все, давайте скорее, ребят. Так, ой, что это такое? Надо прыгать. Не знаю, но что-то я очень знаю, вкусненькое. Что тебе напоминает? Кисель. Конфетки желейные. Напоминают подвесные какие-то мостики в какой-то желейке. А мне желейки напоминают. Ой, замок, смотрите, какой внизу. Мы а там ничего были, помните, в да, первой серии? Да, это беговая дорожка. Беговая, очень быстрый замок. О, тут если свалишься, будешь лететь вниз, о, как далеко. Кто-то поломал нам так, всю дорожку. Давай осторожнее проползаем. Нет, тут если свалишь, что-то все, тебе пипец. Да, это точно. Ну, давай запрыгивай сюда. Молодец, проскочила. Теперь мы по желтому лабиринту. Самый ужасный лабиринт. Дико. О, чуть не упала. Вы видели, Валерий, как ты удержалась? Ребята, вы хотели такой лабиринт в реальности? Чизбургеры. Нет, чизбургеры. Это чизбургеры вкусные, любимые чизбургеры. Как настоящие ребята. Кто любит чизбургеры? По-моему, их кто-то покусал, вам не показалось? Да, были какие-то у них вмятинки. Что это? Прозрачный пол. Вау, ребята, шарики. Лёха, как на них вскарабкаться? Запрыгивай. Давай, стойте. Вот. Давай так, сюда. Да тихо. Сейчас запрыгну. Они, по-моему... Как на них запрыгнуть? Не падай только. О, фу. Ой, Валерий, я буду через раз, что ли, запрыгивать на них? На голубые легко получилось. И запрыгивай. Надо просто в определенном месте прыжок вау нажать. Давай, Валерий, быстрее чекпоинт. Молодец, Валерий. Так. Это было нелегко. Oh. Тихо. О. Застряла, Валерий, смотрите, под в смысле? Мостиком. Как ты? А как так-то? Тут есть невидимый пол. Серьезно?
Круто! О, ребята, это так круто! Вот эта голубая полоса! Можно не просто прыгать, а можно идти просто. И пробежать можно. Но здесь нет уже, кстати, смотрите. Дальше. Смотрите! Это самое тонкое вообще. Это самый крутой цирк. Ребята, кстати... Итак, та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Это не цирк, ребята, это самое... Там Балди Про! Смотрите, сколько их там много. И надо будет, наверное, по головам запрыгивать. Но... Там Балди Про, Про. Но нам надо сейчас пройти самый сложный участок. Газ, аккуратно! Фу, прыгаем! Не спеши, самое главное. Здесь главное не упасть. Поворачивайся аккуратненько в бочок. И мы отправляемся уже к Балди. Вы представляете, на какой мы высоте, если там уже финиш? Это мы уже к финишу, ребята, подходим. Да, там надо просто по Балди попрыгать, и вон уже финиш. Все, ребята, осталось чуть-чуть. О, маленький Балди. Привет, Балди. Он делает япру. Он сделался еще и лесенкой такой. Он ручками нам помогает, типа, давайте, ребята, по осталось по головам идите Балди сюда, подниматься. Он говорит, идите туда. Все, запрыгиваем. Вот сюда шики. Давай сюда скорее. На этого огромного Балди. Самый сложный парочка? Паркур, который я только вот видела. О, а ты допрыгнешь, Валерий? Нет, я думаю, не знаю. Да. Может, на руку? Нет, допрыгну. Может, на руку? Ну, давай. Я думаю, допрыгну. А вдруг? Есть. Да, ребята, я тебя поздравляю. Круто. Слушай, это просто невозможно. Мы прошли. Да, мы прошли. Вау, это просто круто вообще. А что здесь? Покажи нам. Здесь есть еще пейнт рисовать. И можно yourself рисовать. Не надо быть красной, зеленой. Все, белоснежная, с фиолетовой ногой, заметили? Зеленой рукой. Так, вот этот еще есть. Тут нужно одевать шлемы всякие. Здесь миньонами можно быть, да? Давайте миньоном. Валерий миньон, самый милый миньончик. А что это за малыш такой? Да, он веселый. А что, менять нельзя, да? А, Валерий уже взяла, все, теперь ходи миньоном. Миньон в шапке, ребята, вы видели это? С волосами. Миньон на качельке. Самый смешной миньон в мире. Давайте еще с этими штуками что-то поделаем. А что это за шарики? А может быть это тоже можно строить менять, менять цвета лесенки. Вау. И у нас здесь еще теплая есть теплая ванна. Какой-то бассейн. Да. Миньон так залез, что одна только шлем виден. Миньон нырнул в шлем. Так, давайте вот это вот все возьмем и посмотрим. Давайте сделаем, Валерия это очень любит делать. А, ты побегаешь потом с этими штучками? Да. Итак, начинаем свой концерт. Сейчас на гостя программы выступает Валеришка. Валеришка под куполом неба. Смотрите, какой фиолетовый, прикольный. Все, ты сейчас... А, ты не падаешь? Я думала, ты сейчас уже упадешь. Нет, Валерий. Круто, смотрите, это как мороженое. А, смотрите, как будто сосиска. Вот он, весь паркур, вся карта. Мне кажется, этот паркур был самый длинный и самый сложный. Самый крутой и самый веселый. Но самый длинный точно. Ну все, и я настроила всяких штучек там. Да, это точно. Мы были очень рады вас видеть. Пишите в комментариях, какую игру еще поиграем. Первая серия этого паркура была на канале Валеришка Плей. Ссылочку мы оставим обязательно. Да. Подписывайтесь и на него тоже, если не подписаны. У нас три канала, если кто не знает. Подписывайтесь, будем очень рады. Присоединяйтесь. На все из них. Ну что, встречаемся в следующей серии. Всем пока-пока. Присоединяйтесь к нашему инстаграму. Там мы нас всех много очень любим. Прямых эфиров. Всем пока-пока.